О конкуренции, монополиях и их особенностях на современном этапе, а также деятельности госорганов по созданию равных условий работы на рынке и гос- и частных субъектов хозяйствования. Эти темы сегодня обсуждают в Минске на тренингах по конкурентной политике. Они проходят в стенах Международной финансовой корпорации. Эксперты из России и Польши, группы Всемирного банка рассказывают о картельных сговорах, ценовых злоупотреблениях доминантов рынка и законодательной антимонопольной базе. Хэштег мероприятия «Конкуренция Беларусь». Такое мероприятие позволит повысить практические навыки применения методов развития конкуренции и противодействия монополистической деятельности в Беларуси. Очень важно, что участвует огромное количество представителей региональных филиалов МАРТ, которые, может быть, не имеют такого доступа к новой информации, и поэтому их присутствие на этом мероприятии для нас очень важно. С точки зрения новых вызовов, да, несомненно, сейчас на слуху все очень много любят говорить о цифровизации, и, конечно, цифровизация также добавляет новых вызовов и с точки зрения конкуренции. Основная задача тренингов – формирование практических навыков по развитию и защите добросовестной конкуренции. Мероприятие проводится в рамках реализации подписанного в апреле соглашения между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и МФК для сотрудников МАРТ и преподавателей вузов.